Поселок Развилка, образованный в 1947 году, берет свое название от крупного газопровода, разветвляющегося на месте основания. Жители сельского поселения любят свой родной поселок, делают все, чтобы он оставался зеленым, ухоженным и уютным. В минувшие выходные поселок отметил свой 67-й день рождения. Тему продолжает Екатерина Чернышова. Расположение в 1 километре от Московской кольцевой автодороги, но при этом автономное существование от пыльного и шумного мегаполиса делают жизнь в поселке привлекательной, что отмечают как местные жители, так и гости поселка. Красивый, ухоженный, ну, нравится. Раньше поле здесь было, а сейчас вон дома какие, школа новая, ребята в школу еще старую ходили. Нам поселок очень нравится. Что больше всего нравится, зелени много. Близко к Москве, удобно, потом он все-таки изолированный, не так много машин ездит. Вот. Ну, вообще магазины в доступности, удобно жить тут. 20 сентября жители поселка праздновали день рождения своей малой родины. Утренние торжества проходили на Центральной площади. Артисты детской школы искусств подготовили обширную шоу-программу. И хотя направление программы было детским, большое число взрослых с огромным удовольствием приняли участие. Каждый из мам и пап мог почувствовать себя вновь ребенком. И, как и их чадо, весело водить хороводы, подпевать знакомым песенкам и от души веселиться. Дети, взрослые с нескрываемым восторгом смотрели шоу по прыжкам на джамперах и даже принимали участие в сложных акробатических номерах. Досуговый центр Дроздова предложил жителям поселка принять участие в мастер-классах. Любой желающий мог попробовать свои силы в искусстве рисования, аппликации и технике декупажа. Также мастера по аквагриму рисовали на лицах детей, а хной наносили причудливые узоры на руки. Администрация поселка провела конкурс поделок «Поселок моей мечты». Работы победителей выставили в местной библиотеке. На данную тему участники конкурса, дети в возрасте от 6 до 15 лет, представляли свои работы о родном поселке. Награждение победителей проходило в торжественной обстановке. Глава поселка Вера Маркина вручила детям почетные грамоты и подарочные сертификаты. И если некоторые из ребят еще не решили, куда потратить денежный приз, то другие точно знали о своих желаниях. Ты уже решил, что ты с денежным призом со своим сделаешь? Куда ты 3000 рублей потратишь? Но у меня планшет сломан, мне нужно 4500 рублей. В поселке хорошо развита инфраструктура. Работают магазины, аптеки, банки. Транспортную связь с Москвой и Видное осуществляют 4 компании-перевозчика. Также предметом нашей гордости является Развилковская школа. Она признана лучшей школой в Ленинском муниципальном районе. Помимо этого, сама администрация принимает участие в конкурсах как в районах, так и областных в рамках благоустройства. И мы как и в прошлом году, так и в этом приняли участие и опять заняли призовые места. Первое место на лучшую детскую игровую площадку. И сейчас мы подали документы в Московскую область для того, чтобы продолжить участвовать уже на областном уровне. Дорогих жителей хочу еще раз поздравить с днем поселка Развилка, пожелать удачи, любви, мира. Давайте уважать друг друга, любить друг друга, и у нас с вами все получится. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Елена Кошельва, Видное ТВ.